20 работодателей, более 2000 вакансий ожидали всех гостей ярмарки. С глазу на глаз в одной локации можно было пройти собеседование у топовых организаций республики и оставить свое резюме. Также Центром занятости населения республики были организованы 7 площадок. Взаимодействие работодателей с соискателями, консультационный центр занятости партнеров ярмарки и не только. Также выставка продажи продукции самозанятых граждан, которые получили поддержку через социальный контракт. Сегодня движением первых организована еще продажа продукции наших школьников, которую они сами своими руками создают. Также будет праздничный концерт с тувинскими звездами, со звездами нашей эстрады, фестиваль дарения. Ярмарка проходит не только в столице Тувы, но и в других муниципалитетах региона. Вне зависимости от места проведения, всем соискателям предлагаются вакансии как на своей территории, так и по всей России. Образование, статус, возраст и пол соискателей абсолютно не важны. Работа найдется на любой вкус. Так и для работодателей такого рода ярмарка – шанс найти нового сотрудника. Очень удобно, потому что мы даже в прошлом году, когда участвовали, были тоже посетители, мы их трудоустроили. Допустим, вот было 20 вакансий, но мы трудоустроили 3 в районы. Поэтому я считаю, что очень здорово, что Работа России проводит такие ярмарки для работодателей. Посетили ярмарку и представители региональной власти, которые отметили эффективность трудоустройства жителей республики по итогам проведения прошлого года. Итоги прошлогодние у нас как бы были отличные просто. Если 826 граждан было трудоустроено по итогам регионального этапа, я думаю, на федеральном этапе мы должны пройти планку около 2000. Для работодателей это хорошая возможность подобрать себе лучшего работника. А для работника это найти работу, которую он мечтает, которую он хочет. Напомним, что данная ярмарка проводится в республике всего лишь 2-й раз. Исходя из показателей этого года, будет решаться дальнейшая судьба мероприятия. Арлана Байдубы, Ян Мунгуша, Замат Учур, телеканал Тува-24.